дня и включить в повестку дня вопрос о председателе комитета по местному самоуправлению. Уважаемые коллеги, какие будут предложения? Голосовать. Поступило предложение проголосовать за возвращение к повестке дня. Спасибо. Решение принято. Уважаемые коллеги, ставится на голосование вопрос в повестку дня проект решения о включении об утверждении председателя комитета городской думы. Чтобы включить повестку дня, прошу проголосовать. От 4 декабря 2014 года городская дума решила утвердить депутата Портнова Виктора Валентиновича председателем комитета по правам человека, местного самоуправления, правопорядку, связям с общественными организациями депутатской этики. Ставится на голосование проект решения по данному вопросу.